1040 одноразовых противочумных костюмов передало Казанскому университету руководство группы компаний «ТАИФ». За оказанную поддержку выразил благодарность ректор Ильшат Гафуров. Вот у пандемии есть две стороны. Одна, понятно, пагубная, а другая, все-таки, любая проблема, она в нашей стране людей сближает. Сближает компании с научными центрами и заставляет нас задуматься, а что главное в нашей жизни. Те прибыли, которые мы получаем, либо наша жизнь собственная и жизнь наших сограждан. Церемония вручения прошла на площадке научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, где проводятся научные исследования. Переданные костюмы обеспечат защиту для сотрудников центра, а также для пациентов, получающих медицинскую помощь в стенах университета. В группе компании «ТАИФ» и слоган «Сила во благо». Ну, что может быть еще благороднее и нужнее, чем здоровье? В такое специфическое тяжелое время вся мощь родной нефтехимии будет тоже участвовать в активном здоровье сбережении. Каким образом сохранить здоровье и работоспособность собственного коллектива? Это практически невозможно, если мы не будем заботиться о сохранении его, о защите его в данной ситуации. Противочумный костюм – необходимый атрибут медицинского персонала в работе с особо опасными инфекциями. Он обеспечивает полную защиту, в которой находятся сотрудники Казанского университета. Диана Шеленкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.